Уважаемые туристы, посмотрите внимательно герб Севастополя. Традиционная экскурсия по Севастополю начинается со знакомства, причем не только с достопримечательностей, но и с главным символом города. Герб объединил символы двух оборон – памятник затопленным кораблям и медаль «Золотая звезда» – награду за победу в Великой Отечественной. Размер 8 к 9 имеет значение, как и цвета – синий и белый, море и героический белокаменный город на его берегу. Объединяет два поля – лавровая ветвь, символ славы и мужества защитников Севастополя. Герб – это лицо города, это его история, это история, которая должна в одном слове или в двух словах, или в крайнем случае в трех словах рассказать, чем знаменателен город. И он знаменит двумя оборонами. И третья оборона – это наша российская весна. Для Надежды Крыловой и Сергея Шахунова, молодых выпускников Московского художественно-промышленного училища, новый севастопольский герб стал настоящим детищем. Он появился практически сразу после рождения их первенца. Бессонные ночи за работой, бесконечные прогулки по городу, люди, памятники, море, вдохновение, супруги находили буквально во всем, а потому и вариантов герба было много. Но они выбрали лучшие. А уже после городской совет депутатов трудящихся выбрал их. Полвека назад, 12 февраля 1969 работа сотрудников бюро эстетики Севморзавода обошла сотни других со всего Советского Союза. С тех пор эта пожелтевшая газета – настоящая семейная реликвия. На первой странице особенная новость – герб Севастополя утвержден. Вот он, черно-белый вариант славы Севастополя. Вот. Георгиевская лента и надпись с названием города появились на гербе гораздо позже. Антураж вокруг герба сделан где-то в 2008 году. Поскольку эта лента тоже является элементом отражения двух эпох, Георгиевской ленты и той эпохи Крымской войны, так и Великой Отечественной войны. И хотя герб символизирует город уже полвека, но этот окончательный вариант не утвержден. Официально двух главных символов – герба и флага – у города нет до сих пор. Пока используется прежний вариант, утвержденный горсоветом в 2000 году. В 2000 году я в то время депутатом был, руководителем фракции, их всего две было фракции. И вот тогда и приняли вот этот герб, который ныне существует, ну и флаг. Поэтому думаю, что решение было тогда выстрадано. Это в украинское время. Но даже тогда герб с памятником затопленным кораблям и звездой на щите выстоял, а флаг продолжил развиваться над городом. Но этот щит не защитил главные символы города после воссоединения с Россией. В противовес правительству Севастополя депутаты из группы Чалова не поддержали законы о гербе и флаге. Объяснили решение тем, что у версии герба, предложенного правительством, были замечания у Геральдического совета при президенте. Слуги народа предложили восстановить царский герб 1893 года с коронами и вензелями императоров Николая I и Александра II. Мы вновь вышли на улицу, чтобы спросить севастопольцев, а что они думают о главных символах города федерального значения. Ответ был почти ожидаемым и едва ли неоднозначным. Ну хотя бы царский увидеть, потому что нынешний я видел, а царский... Как вы к нынешнему относитесь? Ну, положительно. Действующий. А почему? Вот. Ну, более эстетично он подходит, наверное, под 21 век в любом случае. Спасибо. Тот был в прошлом, так пусть в новом будет. Мне больше царское время нравится, чем сейчас. Я родилась при Советском Союзе, я жила с этим гербом, понимаете? И продолжаю жить, мне 61 год. Поэтому, ребята, мне очень нравится наш герб. После того, как севастопольцы стали выражать недовольство, законопроект с предложением вернуть царский герб был отозван. Попытка принять закон предпринималась снова и тоже результатов не дала. Во время прошлогоднего опроса на сайте правительства за этот вариант проголосовали около 800 участников, в то время как советский герб поддержали более 3500 человек. На мой взгляд, гербу царскому его никто... Из тех, кто родился и жив еще сейчас, его никто не помнит и не знает. Возможно, при царе это было и правильно, а вот уже сейчас это больше люди понимают, что вот есть герб, на котором памятник затопленным кораблям, на котором есть кусочек моря, то есть синева, на котором есть белое, частичка и там звезда героя, которого город был награжден.
Официально утвердить два главных символа Севастополя – флаг и герб – попробуют снова. Губернатор инициировал внеочередное заседание сессии 9 июля. Александра Ковалева, Денис Прошин, Севастопольское телевидение.